триады едины. Представители нескольких волонтерских организаций встретились за круглым столом, чтобы обсудить одну общую тему – вопросы помощи нашим военнослужащим, которые находятся в зоне специальной операции. Но вначале наградили добровольцев почетными грамотами. Среди них бывшая сельская учительница, которая шьет обереги для наших солдат. Это обереги со Святым Песком, со Святой Горы Тункинской, Урхумбабы. Назначение вот этого оберега охраняет, защищает Жамбыл Тулаев, герой Великой Отечественной войны с Тунки. Он взял перед отъездом отправка на фронт горсть земли и вернулся живым и здоровым. Все тункинцы так об этом так и говорят. Далее на повестке главный вопрос об объединении усилий в один механизм. Так будет проще решать организационные вопросы, а более масштабные можно будет быстрее доносить до органов власти. Самое важное – скоординировать действия, первое. Второе – сосредоточить все наши ресурсы, людские, материальные и так далее. И самое главное – достичь того результата, который очень важен, а именно вопросы патриотического воспитания в Республике Бурятия. Чего нам удалось? Мы сегодня все согласились, что при Общественной палате Республики Бурятия мы создаем вот такую группу рабочую, которая решает все вопросы по тем направлениям, которые я озвучила. На данный момент в Бурятии свыше 20 волонтерских организаций. Это была только первая встреча их представителей, где поставлены цели и задачи. Андрей Слепнев, Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.